что ж, а мы ждем третий поединок между Тюмен-Улу Русланбеком и Эркуловым Джахангиром. Бой весовой категории до 71 килограмма. Эркулов Джахангир. Не опаздываем в атаку. Да, вы видели, что Тюмен-Улу уже находится в клетке. Эркулов Джахангир, возможно, не ожидал или слишком долго готовился. Все-таки турнир ответственный, и все стараются подходить к нему. Да, и мы видим, что вот он, Эркулов уже подошел к клетке, и совсем скоро бой начнется. По углам. Итак, справа от меня боец в синем углу весовой категории 71 килограмм. Его рост составляет 175 сантиметров. Чемпион Киргизии по WMMAA 2018. Тренер Аджибаев Санджар, команда M-Fighter. Уроженец Майлусу, ему 26 лет, встречаем. Тюмен-Улу Русланбек! И его соперник в красном углу. Весовой категории 77 килограмм, его рост составляет 1,78 сантиметров. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Команда Мангуст, тренер Мансур Тегизбаев. Ему 26 лет. Узбекистан, встречаем. Йорклав Джахангир! Ну и будет интересно посмотреть третий бой между кыргызским бойцом и бойцом из Узбекистана. Тюмен-Улу Русланбек должен сейчас за своих предыдущих двух соотечественников отыграться и показать крутой поединок. Последнее наставление, собственно, рефери сейчас ждет сигнала от боковых судей, и совсем скоро бой начнется. Весовая категория до 71 килограмма. Тюмен-Улу Русланбек является уроженцем Майлысу, Кыргызстан. Эркулов Джахангир, очередной подопечный Мансура Тугизбаева. Пошел размен в 20-й секунде первого раунда. И сразу же выпад в ноги, но здесь Эркулов неплохой, казалось бы, неплохой позиции был, захватил оппонента, но все-таки за голову не сумел. Всего лишь руку держит. Да, все, быстро перевели на спартер. Но чемпион Кыргызстана Русланбек по ММА. Участник турниров VF Amateurs, если я не ошибаюсь. Довольно часто мы видели подобные эпизоды, когда один из бойцов держит оппонента вот так ногами, второй за счет этого пытается поднять и бросить на ринг, исполнить тейкдаун. И первый раз у Эркулова получилось неплохо, во втором не получилось. Сейчас отдает он руку. Да, и все же выкручивается из этой ситуации. Но мы видим, что Русланбек, несмотря на окажущуюся простоту и по конституции тела, собственно, не выглядит таким грозным, но своего оппонента изрядно помотал за эти две минуты. Эркулову Джахангиру приходится только лишь защищаться. Ох, вот здесь хорошо поймал на удушающий прием. И сдается Джахангир. Все прекрасно понимая. Ну вот, собственно, браво. Поздравляем Тюмен-Улу Русланбека. Чуть больше, чем за 2 минуты, удушающим приемом разобрался с узбекским бойцом. И можно считать счет 2-1. По крайней мере, по боям, которые проходят именно в этой трансляции.
в этом бою в первом раунде за 2 минуты 42 секунды удушающим приемом победу одержал Руслан Бек! Приглашается на глазу Лугайрак Мамадалиев Шахзод. Вот мы видим, дарят даже памятный кубок Туменулу за победу. Ну и, собственно, почетная медаль и диплом Иркулову Джахангиру. Все-таки на этой вечеринке он больше гость.